Можно начинать. Я приехал из Казахстана, Алматы. Вот. Ну, я не первый раз, уже второй раз. В 2012 году я участвовал на этой симпозиуме. Так что мне очень близко этот, тем более, регион Лори, Одзун. Для меня это совсем как родной. Чем вы занимались в эти дни? Мы только писали, любовались природой Армении. Очень прекрасная природа Армении, люди, вообще отношения, вообще жители Одзуна, Лори вообще. И спасибо организаторам, кто слышали, Иритян, вот это руководитель фестиваля, организатор художественный, Гаги Абетисяну, видите, даже министр культуры приехал, чтобы нас поздравили. Что вас больше всего впечатляет в Армении вообще? В Армении? Ну, в первую очередь природа, конечно, это потом людей, отношения вообще доброжелательные, добрые, такие, ну, мне слов нет, очень прекрасно. И прошу, ваше имя и фамилия? Марат Тургумбай. Тургумбай. Тургумбай, Марат. Казахстан, Алматы.